Айоу, с вами Тренди, и сегодня я вам расскажу, насколько игры от Nintendo детские и казуальные. После выхода ремейка Зельды Link's Awakening, я как искренний жидяра решил пройти Link to the Past на эмуляторе на PSP. После прохождения ботвы я думал, у меня это не вызовет особых проблем, но не тут-то было. Это реально не игра, а какой-то сплошной хардкор. Заранее скажу, что я проходил ее с сентября месяца, и если бы после половины пройденной игры я не начал пользоваться гайдом по прохождению, я бы вообще никогда, наверное, ее не прошел. Но несмотря на это, игра прям супер отличная. Мне очень понравилось. Проходил я ее через SNES 9X Tool для PSP. Отличный эмулятор, никаких багов и тормозов. По крайней мере, в Линке все было отлично. Но есть минус. Просто выключить консоль, находясь в эмуляторе, не получится. Надо сначала выйти, а потом уже выключать консоль. Вы спросите, почему я не стал проходить на Switch? Да потому что все на английском языке, а в игре и так почти нет никаких подсказок. А если это проходить на английском с переводчиком, то я бы вообще до Нового года ее не прошел. Ну и к делу. Большинство современных геймеров научены всякими Call of Duty и тому подобное, что тебе всегда в случае тупника подскажут, что делать. Но это не распространяется на игры Nintendo, а в особенности на старые игры. Ты можешь час ходить вокруг да около и не понять, что вот та неприметная штука и есть решение твоей проблемы. А теперь на конкретных примерах. Сначала я начал проходить сам, потому что я не какой-то казуальный геймер, а в игры играл еще когда некоторых пользователей Ютуба и в планах не было. Я думал, что я справлюсь. И первый тупняк у меня произошел, когда я переместился в темный мир, а я заяц. Сука, обычный заяц, который просто ходит, ни оружия, ни защиты у меня нет. Я просто, сука, заяц. Что я подумал? Надо найти способ опять стать Линком. Решить эту загадку, и все. Я где-то час бегал по карте в форме зайца, оббегал врагов, а это, мать вашу, очень сложно. Пытался найти разгадку. Но, как оказалось, я на предыдущей локации забыл открыть сундук, который был недоступен. И чтобы его открыть, надо было подняться выше, переключить выключатель, спрыгнуть в яму в полу и достать предмет, без которого ты какашка. И так во всем. Это еще не самый хардкорный момент, просто он мне больше всего запомнился. Чаще всего тебе с помощью хитрых манипуляций с разными мирами где-то на краю карты надо находить разные предметы, без которых ты просто игру вообще никак не пройдешь. Или надо найти обезьяну в кустах, которую вообще не видно, потом заплатить ей, чтобы она открыла тебе дверь. Я вообще не представляю, как люди это проходили, когда не было интернета. Наверное, тратили на эти игры по 100-150 часов, потому что пока ты не обыщешь весь мир, не перепробуешь все вариации, какие только можно, на каждом сантиметре игрового мира, ты просто не сможешь пройти дальше по сюжету. Хотя, по сути, по сухому геймплею, там выходит часа 4-4,5, если знать, что делать. Но лично я потратил, наверное, часов 40 на эту игру. Если кто-то там будет говорить, что игры от Nintendo для детей, то покажите им это видео. Если они скажут, что просто автор видео тупой и не разбирается, то пусть сами попробуют пройти любую Зельду, кроме ботвы, без подсказок, сколько у них это времени займет. Надеюсь, у меня получилось доказать, что игры от Nintendo ни разу не для детей. А вы можете поставить лайк, подписаться на канал и, конечно, всем удачи и пока!